открытие Белорусской недели моды для показа Вячеслава Зайцева отбирались модели. Сотни моделей приходило на кастинг, лично Вячеслав выбирал. Соответственно, попали избранные, я думаю, они счастливы. Мне кажется, для меня действительно очень важно. Моя звезда, моя кумир, моя лучшая женщина, знаете. Я обожаю манекенщиц. 48 лет работаю с моделями. 48 лет. Можете представить, сколько я их видел, этих женщин. Работать с дизайнерами такой величины, конечно, это очень почетно и приятно. Работать с Вячеславом Зайцевым – это интересно, это честь для модели. Это просто супер. Приятно. Приятно работать с Вячеславом Зайцевым. Это удача, я считаю, для любой девушки. Нам, наверное, как родной папа, руководитель, потому что мы постоянно работаем вместе, и он нас всех очень любит и ценит, так же, как и мы его. С ним очень приятно работать, он очень хороший человек, отзывчивый, очень добрый, и, безусловно, он гений. Гений вот в области моды, он художник, еще пишет замечательные стихи, гениальные просто. Мне кажется, на роду был написан быть художником моделером, поскольку уже 50 лет скоро будет, через год я занимаюсь этой профессией ежедневно, ежечасно. Казалось бы, что можно было бы устать от этого, но никак не получается. Во время репетиции, вот зря вы не поприсутствовали, он очень строгий критик. Ему очень не понравилась прическа, которую мне сделали, поэтому я сейчас ее и поправляю как раз. Не понравилось, что меня выпрямили, а он хотел, чтобы у меня были естественные волосы, такие, какие они у меня есть. Мэтр вынесет вердикт уже после показа. Надо бежать, извините.